Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный и сытный завтрак. Для этого нам потребуется мука, я беру двух видов, овсяные хлопья, какао, творог, яйца и бананы, ну и еще немного молока. Начнем. Хлопьев здесь ориентировочно 3 столовые ложки, можете взять чуть больше, мне этого будет достаточно. Как всегда, я использую два вида муки. Это будет у нас кукурузная и льняная. Льняная у меня крупного помола. Посмотрите. Ориентировочно 3 ложки. Кукурузной муки 4 ложки. Все хорошо перемешиваем. Добавляю какао и разбиваем яйца. Какао положите 2 ложки тоже. Без горки. Еще раз все перемешиваем. И тут любители сладкого добавляете сахарозаменитель по желанию. Но имейте в виду, что у нас будет банан, банан будет сладкий. И добавляем немного молока. С молоком все еще раз хорошо, уже тщательнее перемешивайте. Сковородка у нас разогрелась. Мы убавляем на самый минимум и выкладываем наши бананы. Разложили бананы и выкладываем тесто. Все распределяем хорошо. Все, прошло у нас с вами 5 минут. Даже я ставила еще 2 минутки, но я не буду ждать. Уже все хорошо подошло. И мы сейчас переворачиваем. Хорошо отстает. Сейчас я вот так прям переверну. Оставляю на 5 минут. Пока все поджаривается, я сделаю начинку. Начинка у нас будет из творога и остатков банана. Вилочкой мы разминаем банан. Добавляем творог. Прям пару столовых ложек будет достаточно. В этот раз купила хороший очень творог, нашла. Мне прям очень нравится. Здесь очень много белка. И он не такой соленый и не жидкий. Прям как настоящий творог. Перемешиваем. Прошло 5 минут. Мы переворачиваем назад. И выкладываем нашу начинку. На одну сторону намазываем. Складываем блинчик пополам. И выкладываем на тарелочку. Вот и наш завтрак с вами готов. И посмотрите, какой красивый. И будет очень мне сейчас вкусно. Творог с бананом придаст сладости еще дополнительной. И готовьте, обязательно добавьте кружечку кофе свежесваренного. И всем хорошего дня и приятного аппетита. Не забывайте подписываться. Пока!